Добрый вечер всем. Сегодня у нас суббота, и мы вышли на прогулочку к морю. Очень тихо, ветра нету с моря, поэтому погода комфортная, но прохладненькая немножечко, потому как влажность высокая у самого моря. Бары работают, народ гуляет. Вот такая обстановочка. Вот смотрите, какая красивая пальма здесь. Высокая-высокая. И не шевелится даже. Там вот в баре все готовится уже. Потому как в Испании ужин поздно всегда. В 9, в 10 даже. Поэтому сейчас все готовят. И ожидают клиентов. Это вечер. Вот смотрите, какая стройная пальма, и даже не шевелится, ветра совершенно нету. Какая-то команда здесь вот пробежку делает. Видимо, спортсмены какие-то приехали, тренируются. Может, какое-то соревнование. Но мы немножко еще пройдем дальше, но достаточно прохладно. И сейчас будем искать, где бы нам согреться. И вот мы нашли. Вот зашли в барчик небольшой. Здесь в нашем районе маленький барчик такой. Здесь работает хозяин сам. Кстати, очень вкусное. Вот мы заказали Клара. Это пиво с лимонадом. Такой легкое, очень вкусное. И мы заказываем сейчас еще оливки. Нам дали оливки. И мы сидим, греемся, потому как достаточно прохладно вечером, поздно. И вот нам хозяин сказал, что у них в субботу даже вечером поет сам хозяин. Он музыкант, артист. Поэтому придем, посмотрим, послушаем. Это он тебе вчера звонил. И вот я прошла в другой зал, там еще есть зал посмотреть. Да, уютненько. Вот картина мне понравилась, очень красивая такая картина. Ну, сейчас еще никого нет. Но все уже приготовлено в баре. Бар очень маленький, уютненький. Телевизор работает. И два небольших зала. И большая терраса. Поэтому мы сейчас посмотрели, согрелись вкусным пивом с лимонадом. И вот картина. Мне очень нравится эта картина. Очень красивая. Всем спасибо большое, кто с нами был, кто прогулялся. Всем хорошего дня, хорошего настроения. До свидания.